звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Телефон. Сигнал подтвердился. Вызывай криминалистов. Да, и скажи, чтобы мешков взяли побольше. Они нам еще сегодня пригодятся. Ваши коллеги тут всех клиентов распугают. Может, мы их через рабочий вход заведем? А что с камерами? Они у нас работают только на зал. Здесь глухая зона. Помогите снять. Стоять. В вашем положении не советую до него дотрагиваться. Статью 303 за сокрытие улик еще никто не отменял. Ну так если статью никто не отменял, может, мы пройдем в офис и там подождем ваших спецов? А то мы тут все затопчем, а вы потом на нас свалите. И какой в этом смысл? Охранник был уже мертв и не представлял угрозы. А нападавший все равно задержался, несмотря на риск, чтобы повесить тело. Да он бухолый был. Врубил режим Рэмбо. Нет, ну пьяный бы с ним не справился. Как-то все очень сложно для случайного посетителя. Это сообщение. И у него есть адресат. Нападавший понимал, что вне зависимости от того, кто найдет тело, есть только один человек, которому сообщат все подробности. Вы это серьезно? Думаешь, если это мой клуб, то я тут всякую дичь должен воспринимать на свой счет? Нет. Только то, после которой трупы остаются. Может, с такими намеками мне пора вызывать адвоката? Пока не стоит. Но вы имеете право на его присутствие. Ситуация начинает проясняться.
Подождите, не подскажете, где туалет? Глухо говорит. Где туалет, не подскажете? Туалет, смотри. Смотри, вон, видишь ворота за розовым бассейном? Может, покажете? А? Может, покажете? Быстро, давай. Ему навстречу кто-то шел. Этот кто-то однозначно из персонала. Моя охрана его без боя бы не пропустила. Хорош тут все ломать, а. Вода. Стоять! Чего у тебя здесь за срач, а? Банально отвлекающий маневр. Ваш гость уронил бутыль с водой. И пока охранник с ней возился, он спокойно прошел прямо за его спиной. Да почему охранник-то? Здесь другого персонала полно. Обратите внимание на пол. Вы заметили, что он идеально вычищен? Даже у самых стен, в углах, везде сухо. Я очень сомневаюсь, что ваш уборщик так тщательно выполняет свою работу. Над ним кто-то стоял. А кого здесь бояться, кроме вашей охраны? Давай, убирай! Юрий Евгеньевич, я вам советую сменить охрану. Ну, идемте. Мне даже стало интересно, что этот незнакомец успел еще натворить. Подожди, сейчас солнце дозвоним. Thank you.
Да куда ты хватаешь? Не видишь? Еще не доделано. Много там еще? Это и все. Замечательно. С собой? Последнее осталось. Очень хорошо. Давай. Пойду спасу тебя от рака. Где-то час назад Серега из охраны проходил, и все. Да не, полчаса, не более. Он что-то говорил? Нет, слава богу. И вот за весь час никто не прошел, да? Сегодня вторник же ведь. Разгрузочный день. В клубе полтора инвалида работают. Кому ходить-то? Стоять! Что? Ну и что тут у вас? А этот чувал мне всю кухню разнес! Да не я! Ага! Я его полчаса по всему клубу выискивал! О, ищем еще труп. Тут кто-то стоял. Держи его!
Под этим столом он прятался? Да. Нужно найти тела. Где они? Я не знаю. А что ты знаешь, Женя? Глазами хлопаешь, не видишь ни хера. Судя по всему, он не планировал идти через кухню. А где у вас морозильная камера? Он не хотел поднимать шум раньше времени. Поэтому затер кровь и все. Да, парни здесь. Там это... Яна еще. Кто сейчас в холодильнике оставляет? Возвращаемся обратно. Оттуда у него только один проход. Через склад. На той фотографии рядом с вашей дочерью стоит какой-то парень. Это кто? Моя дочь молодая и красивая девушка. Вокруг нее постоянно трется какая-то шваль. Я отвлеку эту суку. Сходишь и проверишь скрупу. А вы обо всех ее поклонниках сохраняете газетные вырезки?
Бразильский наркокурьер найден повешенным в тюрьме Тайланда. А в клубе теперь Яна хозяйничает. Она у нас уже несколько месяцев управляющая. А скажите-ка мне ее номер телефона. Не вижу смысла. Она все равно трубки не берет. Вот когда перезвонит, тогда и спросим у нее про эти газетенки. Юрий Евгеньевич, а вот теперь, мне кажется, вам стоит вызвать своего адвоката. Шеф, а где ружье? Все на пол! Дальше, оттуда! Он где-то здесь. Закройте шторы. Держи дверь. Ожидает. А вы к окну подойдите и проверьте. Он же не зря нас в этот офис завел. Ему нужно, чтобы я этот сейф открыл. Вот тогда он и явится. А что в сейфе? Дверь держи. А вы двое на подхвате. Будем ловить на живца. Вы же говорили, что его не знаете. Говорил. И лучше бы не знал. Здорово тогда он в Таиланде свою смерть инсценировал. То есть вы считаете, что все эти трупы только из-за денег? Нет, не только из-за денег. Еще из-за этого. Я видел у вас ожог. Да, я вчера... У моей дочки полспины обожжено. И все вот из-за этого наркомана. А ведь я этого упыря даже на работу устроил. А он, сука, потом какой-то гадости нажрался и тут на кухне моей Янке горячим маслом полспины обжег. Значит, вы давно поняли, что это он? Да понял. Просто не хотел, чтобы вы меня к этому делу подшили. Что это? То, из-за чего сегодня убивают. Там еще есть.
это все из-за какого-то тупого... Это был мой брат. Наша мамка перепутала, кому яйца выдавать. Перестреливаться будут, что ли? Какие тут мужчины все на самом деле, блин? Что капец, блин? Я сказал ты, значит ты. Все, сокращай. Ты хотел смотреть? Так, что тише, все хорошо. Что могу сказать? Современные тренды, блин. Все хорошо. Видно, что мальчики-то по большей части сейчас такими и вырастают, забитыми. Это уже другая история. Ладно, в общем, спасибо, ребят, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот такая сносная концовка у нас получилась. Спасибо за просмотр еще раз. До следующего видео. Всем пока. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум.